Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Долги кировских предприятий по кредитам растут. Кировстат озвучил данные о задолженностях кировских предприятий без учета малого бизнеса. Если сравнивать с показателями на начало года, кредиторские долги выросли с 59 миллиардов, они поднялись до 64. В то же время снижается сумма просроченных кредитов. На конец января объем просроченной кредиторки превышал 7 миллиардов рублей. Сейчас сумма 6300. Программа «Экономика». Налогоплательщиков ждут на дне открытых дверей. Кировская налоговая инспекция проводит их 10 и 11 ноября. Все желающие смогут больше узнать о порядке начисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Специалисты расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки льготы применяются в Кирове, а также ответят на другие вопросы. Кроме того, можно будет подать заявление при обнаружении некорректных сведений в уведомлении на уплату налогов, заявить имеющиеся льготы. Также пройдут семинары по имущественным налогам и онлайн-сервисам ФНС. 10 ноября их можно послушать с 15 часов, 11 с 14. Они проводятся в новом здании службы на Комсомольской, 1. Дни открытых дверей там же, в пятницу с 8 утра до 8 вечера, в субботу с 10 до 15. Экономика на 101 ФМ. Далее информация от наших партнеров. Тысячи предпринимателей могут столкнуться с санкциями из-за страховых взносов. Это связано с тем, что налоговая служба начала с этого года заниматься администрированием этих платежей. И уже вскрылось, что только индивидуальные предприниматели должны в бюджет около миллиарда рублей. Это долги за прошлые годы, которые не были взысканы. Что делать бизнесу, чтобы не столкнуться с неожиданными требованиями налоговиков? Рекомендации руководителя компании «Бухгалтер и я» Татьяны Максимчук. Запросите справку о состоянии расчета с бюджетом в налоговой. Удостоверьтесь, что у вас там нет недоплат, которые впоследствии могут стать для вас сюрпризом. Из практики. Передача данных о долгах компании с ПФР в налоговую проходит недостаточно гладко. И вы можете столкнуться с тем, что у вас будут пени по взносам, которые налоговая потребует оплатить. Сверьте взаиморасчеты заранее, чтобы вас не приостановили операции по расчетному счету на эти суммы. У некоторых предпринимателей в этом году списались деньги по несуществующим долгам по страховым взносам. Для возврата потребуется грамотная переписка с фондами-получателями. Помощь профессионалов, ведение вашего бизнеса, компания «Бухгалтер и я». Звоните 46 42 81. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 58,46, евро 67 рублей 77 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.